Жительница Новотроицка обратилась в суд с иском к ответчикам, указав, что сотрудники больницы скорой медицинской помощи Новотроицкой и Оренбургской областной клинической больницы при оказании медицинской помощи ее супругу допустили дефект оказания медпомощи, что привело к его смерти. Смерть супруга для новотроичанки стала очень тяжелым жизненным ударом. Она просила суд взыскать с ответчиков в счет компенсации морального вреда по 2 миллиона рублей с каждого. Решением суда первой инстанции исковые требования истца удовлетворены частично. В суд взыскал с ответчиков компенсацию морального вреда в пользу новотроичанки в размере 500 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчики подали апелляционную жалобу в Оренбургский областной суд. Рассмотрев данное дело, судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала решение своих коллег законным и оставила его без изменения, сообщает пресс-служба облсуда.